Крымская коллаборационистка Наталья Поклонская, которая помогала России аннексировать Крым в 2014 году, заявила, что является украинкой и никогда не откажется от своей национальности. Это, казалось бы, совершенно заурядное заявление вызвало волну ненависти российских Z-блогеров, которые стали оскорблять Поклонскую и обвинять в предательстве России, хотя она не сказала вообще ничего против Путина и его политики. Но Поклонская в ответ на вот эту всю волну ненависти и угроз тоже молчать не стала и в свою очередь записала видеообращение, в котором тоже пригрозила вот этим Z-блогерам уголовной ответственностью. Друзья, привет! Я хочу напомнить разным политическим экспертам, так называемым, их много сейчас, что за оскорбление людей по национальной принадлежности карается законом. Аккуратнее с высказываниями. Мы все равны.